Расскажите мне, что такое сон? Сон – это какой-то волшебный мир, где во сне ты можно там что-нибудь придумать. Угу, это да. Не знаю, мне просто не снится сон никакой. Когда ты спишь, а у тебя какие-то чудеса. Попал в какую-то чудесную страну через какой-то портал. Когда человек спит, вот он о чем думает, этот сон, как в реальной жизни, только ночью. Чтобы получить именно сон, чтобы он не был просто пустым, надо делать дела. Мне иногда снится там, где я катаюсь на единороге, помогаю кому-то. Когда мы засыпаем, мы фантазируем, и это нам передается во сне. Какие обычные чаще всего вам снятся сны? На даче мне снилось сон, что мы в городе. А когда я была в городе, мне снился сон, что я была в городе. Мне волшебные, там про принцесс каких-нибудь. А мне про подвиги. Но мне нехорошие сны снятся, там страшные. А мне очень часто снится, что я лунатик. Я смотрел на телевизоре YouTube, там много страшных видео я смотрел, и мне потом всю ночь я не спал. А вам снятся цветные сны или черно-белые? Ну, когда просто сидишь в телефоне и ничего не делаешь, тогда может присниться черно-белый сон. А когда гуляешь, занимаешься какими-то полезными делами, то тогда это будет сон цветной и полезный. Конечно.